Вы представляете? Мы недавно поймали еще одного султанского шпиона. На этот раз женщину, переодетую дешевой шлюхой. Что, к нам уже отправляют девушек из гарема? У султана закончились опытные бойцы? И куда ты ее определил? В темницу. Но долго она там не протянет. Шахкулу позаботится об этом. Не в себе. Мои солдаты смогут стрелять из этих ружей? Через пару недель. Сейчас янычары уже знают, что я предал их. Но есть ли у них возможность отомстить? Вряд ли. Сейчас все их внимание занимает война султана с Селимом. Что это еще за вонь? Простите, Мануил. Эти атаманские пленники очень хрупкие. Шахкулу, умерь свою ярость. Я знаю, что султан обижал твой народ, но это не повод унижать тех, кто ниже тебя. Ты бери женщину из тюрьмы и отведи ее в часовню. Шахкулу, у меня нет ключа. Найди. Где ключ? У тебя? Нет, у Николаса. Но он ушел на базар. Христе му, как же мне охота проткнуть его копьем! Как вышло? Великий Аллах, что это? В плен они брали не всех. Бедняги, спаси вас, Аллах. Это сделал проклятый туркмен, Шахкулу. Я убью его. Стой.